Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Майнкрафтер The Master. И сегодня, всем дорогие друзья, мы поиграем в новый мини-режим на Кристалликсе. Но, конечно, сам мини-режим не такой уж и новый. Он очень долго был на Цитоксе, не там его, в принципе, и придумали. Но мы решили его перевести к себе и сделать немного по-своему. Но в основном, конечно, будет очень много похожего, поначалу особенно. Это Марио Пати, дорогие друзья. Я сейчас решил записать что-то в 7 утра и такой думаю, нифига, ну, в общем, Марио Пати хочу поиграть. Давайте на него зайдем. Вот сейчас здесь есть один сервачок. Еще один игрок до старта нужен. Давайте я сейчас напишу Go Mario Party чувакам, чтобы зашли, но все-таки 8 утра. И для тех, кто не в курсе, что такое Марио Пати, это такие аркады. Пока что у нас здесь всего 15 штук. Вот, но будет больше, мы собираемся их дополнять каждую недельку. Суть в том, что здесь у нас есть поле, у нас тут сколько сейчас, пока что только одна карта на 66 шагов, вот, которую мы должны пройти. Каждый раунд мы бросаем кубик, и у нас собирается еще мини-игра. Вначале тут еще немного, кстати, пролагивает, но мы сейчас уже начнем, нас закинет, во-во-во. Мы должны выбрать кубик, у него было 6, 6 это самая большая цифра, которая может быть в начале. Кстати, нет, 51 очко у нас максимум на этой карте, да. И вот мы с вами попадаем вот сюда, это все чуваки, которые со мной сейчас, им тоже 6 выпало. У нас сейчас первое место, видишь, нифига сколько им чуваком 6 выпало. Вот, кому-то выпало по одному очку, например. И, в общем-то, если мы занимаем первое, второе или третье место в мини-режиме, то мы кидаем кубик два раза. Узник. Теперь у нас соревнование узника. Что это такое? Представьте, что ты маньяк, которому необходимо убивать своих конкурентов. Чем больше, тем лучше. Что? Что, маньяк, которому нужно убивать своих конкурентов? Ни разу не играл в этого узника. А, это One in the Chamber, походу, да? Да-да-да-да, One in the Chamber. Смотри, он там чувак такой стоит. Он там сверху, я сейчас по нему так стреляю. Оп, убил, хорошо. Оп, хорошо, еще одно вальнул. Так, бежит какой-то чел. Куда спрыгнул? Ой-ой, я потерял, кажется, свою единственную стрелу. Блин, знаете, я сейчас только переехал в Краснодар. И у меня, короче, проблема в том, что я еще не привык к своему новому месту рабочему. А-а-а, нужно завалить чувака. Ну же, нужен. Чувак, сдохни. Ах, он получил стрелу из-за того, что я умер. А он, вернее, он добил того чувака, с которым я долго дрался, и получил стрелу, понимаете, это плохо. Капец, опять стрелу просрал, чуваки, это очень-очень-очень плохо, теперь у чувака тоже есть стрела. О, почему он по мне стреляет? Вот тварь, давай, вали этого гада. Так, получил стрелу, парень. Кстати, я тоже получил стрелу. А как я не попал-то? Черт возьми, как я не попал? А почему они меня таргетят? Таргетеры, не, я тут не выиграю, чуваки, я тут точно не выиграю. Тут меня чуваки таргетят. Так, двоих вальну, тут еще чувак бежит. Промазал, черт, придется с ним драться. Но меня сейчас как опять какой-нибудь чувак спину затаргетит. Но, кстати, в PvP в целом я неплохо справляюсь. Блин, капец, опять промазал стрелой. Нужно с этой девочкой разбираться. Так-то на третьем месте. Но меня сейчас спину тут чувак затаргетит, наверное, который бежал. Блин, капец, он ее застрелил. Он ее резко взял и застрелил. Да бей ты этого Алекса, почему ты меня бьешь? Дебил! Его из лука застелили. Так, хорошо. Так, раз. Так, два. Так, три, хорошо, здорово, ребятки. А, блин, спину убили, я на первое место вышел. На первое место, боже, нужно держаться так дальше. Нужно дальше быть на первом месте и держаться. Хорошо, завалил. Так, промазал я бы стрелой. Ну все, давай драться, Лизонька. Ой-ой-ой-ой, да боже мой, меня кто-то со стрелой завалил. Но я в целом неплохо держусь. Мне так тяжело играть, чуваки, если честно. Вообще супер хард, потому что, ну, как-то на новом месте немножечко непривычно. Ну да, давайте вдвоем меня забивать, пацаны. Вот ненавижу, когда такое происходит. Тяжело очень выиграть в такие режимы, потому что, ну, просто таргетят, чуваки. Просто таргетят. Кстати, я на первом месте. Ух, значит, я сейчас буду крутить два раза кубик, чуваки. У меня, короче, чтобы вы понимали, клавиатура находится на уровне моих коленок. У меня сейчас нет стола, я сижу, у меня вот, короче, на двух стульях. Может, фоточку в Инстаграм выложу, как я снимаю. 6 выбил! И смотрите, сейчас из-за того, что я на первом месте, я буду крутить еще один кубик. Смотрите, сейчас еще один кубик буду крутить. 4! Офигеть! Не, нормально. Мы сейчас десяточку с вами получили, того у нас 16. Я буду еще дальше, еще выше. Да, теперь я один. Можно посмотреть, у Лизы 15, как у нее 15 может быть? Ну ладно, у меня 16, я на первом месте, хорошо, на одно очко иду вперед. Но в этой игре все может легко измениться. Смотрите, какую красивую карту мы построили специально для, ну вот, для нашей первой карты. Вот, мы сделали такую, Death Cube нужно делать? О, это, короче, крутой режим, здесь нужно подняться как можно выше, как можно вверх. Кто первый поднимается, получает там какие-то бонусы. Ну и лампы нужно, можно лампы собирать и подниматься наверх, да-да-да-да. Это крутой режим, мне он очень нравится. Давайте лампочки пособираем. Здесь хопа на лампа плюс. Хопа. Лампа плюс. Так, нужно как-то подниматься наверх и лампу по пути собирать. Это я точно помню. Главное, чтобы никто мне сейчас не мешал подниматься. Так, хорошо, сюда. Так, дальше что у нас тут? Так вот, хоп, хоп. Поднимаемся сюда. Здесь еще выше надо подняться. Так, сюда. Хоп, сюда. Хоп, сюда. Поднимаемся. Оп, лампочка. Лампочку забираем, оп, лампочку забираем. Здесь, смотрите, еще куча ламп, вот их сейчас заберем.
Ага, вот эти вот лампы нужно забрать, чуваки. Оп, оп. Хорошо, выше, 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 выше. Главное сейчас не упасть, чуваки. Главное сейчас не упасть. Я уже почти прошел карту. Так, сюда. Оп, оп, оп. Все, я первый, я первый. Не, кажется, Лиза первая была, я второй. Ну ладно, пофиг, неважно. А, ну буквально, буквально обогнала меня на первую секунду. Это Лиза 003 очень хорошо играет, чуваки. Но она обогнала меня, смотрите, прямо на секундочку. Прямо на секундочку. Ладно, я все равно кручу два раза кубик. Но смотрите, те, кто... 5, хорошо. Те, кто второе и третье место, сейчас объясню, у них кубик не крутится до 6. Так, 5, хорошо, 5, хорошо. Так, видите, сейчас, кстати, многие... Видите, у меня сейчас до 6 кубик не крутится, да, всего 2 здесь получил. Ну, 2 очка тоже неплохо, в сумме получил 7. Это хорошо, это я очень далеко уже ухожу, я там вообще не вижу ни одного противника. Но Лизонька сейчас может на шестерочку крутануть, и вообще будет жестко. Сколько у меня? Она меня обогнала. У нее 26! Короче, возможно, я в сегодняшнем Марио Пати не выиграю, дорогие друзья. Но режим просто очень классный, мне очень нравится. Ну, именно поэтому он все равно выйдет у меня на канале. У меня уже 23 очка из 51 в целом. О, реплика. О, реплика, это будет сложно. Ну, так неудобно строить. Но ладно, скажем так, у них есть преимущество у всех передо мной, потому что я это до начала игры. А почему я здесь? Опа, меня кажется, забаговало, меня не телепортировало. О, ну да, еще есть некоторые баги, дорогие друзья. И меня не телепортировало к остальным игрокам. Они все строят, а я в итоге не строю. Походу, это вот этот баг, это баг, такое есть. Режим только в бета-тест вышел. И сейчас есть такой баг. Мне нужно найти только... мне нужно найти свою коморку сейчас. Смотрите, они все строят. Вот реплика выглядит примерно вот так. Ну ладно, окей, если я никакое место не займу, скорее всего. Потому что меня просто не портнуло на плот. Ну такое бывает, чуваки, такое бывает, я уже говорил. Это так гами-мода. Прям, может, я успею долететь до своего плота? Только вот где мой плот, понимаете? Где? Какой из этих плотов мой? Вот в чем вопрос. Мне кажется, никакой просто. Ну ладно, гейммод 1. А, здесь этот кролик, наверное, должен появиться. Это мой плод, где кролик есть, а меня там нет. Возможно, да, это будет мой плод. Вот здесь никого нет, возможно, это вот мой плод. Ну-ка, давайте проверим. Давайте мы с вами проверим. Хоп, хоп, мой плод. Ну, если это не мой, то я могу кому-то выиграть. Эх, обидно, обидно, конечно, так получилось, что меня просто не телепортировало. Но я говорю, баги есть, честно скажу. У меня вообще никакой счет не появляется. Возможно, меня, кстати, не единственное телепортировало. Возможно, я сейчас кому-то помогаю затащить карточку. Так, сюда, сюда ставим. Голубой, зеленый, оранжевый, оранжевый. Радуга, кстати, прикольная тема. Тут красного нужно еще накинуть с этой стороны. Интересно, а кому я вообще помогаю сейчас? Ну, явно не себе, это явно не мой плод, тут 5 блоков. Надо было вообще с этого начать, наверное, да? Раз, два, три, четыре. И вот сюда вот так пойти блоками, да? Раз, два, и потом вот сюда вот вообще радуга идет. Надо было сначала с красной вообще начать, наверное. Ладно, надеюсь, я кому-то помогаю. Кстати, можно посмотреть по цифрам, может быть, там изменяется как-нибудь, и там видно, кому я помогаю. Ну, короче, меня не телепортировало, в этом раунде я займу никакое место. Лиза, скорее всего, опять выиграет. Хотя нет, на 5-м месте, надеюсь, он и выиграет. Ладно, я могу посмотреть, как другие строят просто в целом. Посмотреть, что там у них. Гейммод 3. Вот, хорошо, что у меня хоть здесь опка есть на сервере, ну, типа, просто права. Ну, вообще, я, типа, до этого играл много раз, мне первый раз не телепортировало, не знаю, с чем это связано, может, как раз-таки с тем, что у меня здесь права есть. Вот такие дела. Не, здесь уже других плотов просто нет, где я мог бы заспавниться. На всех остальных плотах все строят. Возможно, там действительно мой плот, но я почему-то очков не получаю. И это, конечно же, немножечко грустненько. Наверное, мы этот момент вообще подвырежем слегка. Я просто покажу то, что вот баги есть, чуваки. Баги есть, пока что бета-тест. Мы только запустили недавно Марио Пати, буквально пару дней назад. Но этот баг у меня случился впервые. И, в общем-то, жалоб на него не было. Возможно, это чисто из-за того, что у меня есть права. Да, мы это зафиксим, чуваки. Так, ну что ж, закончился раунд. Я рад, что Лизы 003 нет на первых трех местах. Она круто кубик всего один раз, и вон, видите, впереди меня. Пожалуйста, 6, пожалуйста, ну хотя бы 5, хотя бы 5. Сколько у нее, я даже боюсь представить. Надеюсь, она не сильно вперед идет. Ну, если бы я бы занял, наверное, первое, либо второе, либо третье место, у меня сейчас было бы куча очков. Ну, кстати, я ее почти догоняю. Просто в реплике, вот этот режим, который был, я его вообще обожаю, я очень хорошо там эти штуки реплицирую. А, погодите, что такое? А, да, все в порядке. Ну ладно, я до сих пор на втором месте. Чуваки нас пока что вообще не догоняют, мы с Лизой, это вообще впереди прямо, но вот сейчас на реплике я мог бы реально обогнать. Если бы топ-1 бы взял, я бы сейчас еще раз бросил бы кубик, грубо говоря. Боу-сплив, вот здесь боу-сплив очень странно работает, но его сделали так, чтобы он недолго шел. Ну, меня, понятное дело, сейчас затаргетит, знаете, вот никогда не любил боу-сплив, потому что... Или просто обычный сплив на большое количество людей, ну, потому что меня просто таргетит. Я сейчас буду постараюсь просто бегать, хотя бы просто не сдохнуть, потому что меня будут таргетить. Это вот, ну, 100%, он, видите, уже начинают, хотя, на самом деле, в этот раз не так сильно. Видимо, утром играют более взрослые игроки, которые цель жизни не убить меня.
Вот, и это хорошо. Я обычно ни с кем не стреляюсь, я обычно так вот бегаю, прыгаю. Но вообще, Лизу было бы неплохо скинуть. Ну все, меня уже убили. Почему я бегал, прыгал? Потому что, ну нет смысла. Если бы я остановился, я бы сразу сдох, забейте. Меня очень часто обстреливают. Сейчас, смотрите, в итоге Лизу вообще никто не будет бить. Хотя никто не понимает, что Лизу нужно убить как можно быстрее. И Лиза дойдет до финала, еще и два раза кубик бросит. Пожалуйста, убейте ее кто-нибудь. Убейте Лизу, вы что не понимаете? Она на первом месте идет. О боже, по ней никто даже не стреляет. Видите, вот по ней никто даже не стреляет. У чувака топ один место. Все стреляли в меня нафиг. Я бежал по одной... стрелы. Ну, это бесконечная бомбежка вообще у меня. Я вообще не люблю, на самом деле, боу-сплив. Особенно, когда играешь на Кристалликсе, где все тебя таргетят. Спасибо. Спасибо за таргет. У Лизы топ-1 по очкам. Никто в нее не стреляет. 1100 IQ. 10 IQ надо написать. Вот так вот. Ну, я не понимаю, чуваки, которые играют, типа, почему? В нее вообще даже не стреляли, вот пока чуваки в трёх не остались. То есть она уже в топ-3. А, она уже в топ-2, все ясно. Значит, еще и топ-1 возьмет и бросит два кубика. Я вообще ее выиграть не смогу, чуваки. Не, ну это вообще жесть. Ну, без шансов, без шансов. Все, Лиза топ-1 взяла, капец. Сейчас просто два кубика, 6 и 6. У нее 12 очков, а у меня вообще одно очко. И я просто ее вообще никак догнать не смогу уже. Ну, я, может быть, смогу, кстати. Давай, пожалуйста, 6. 2. Был, я на шестерке нажал пока. Ну, 2, конечно, я сейчас только на ее точку встану. А она сейчас, ну, если ей, конечно, выпадет 6 и 6, то это будет вообще дико. Я даже ее не вижу. У меня уже другая, у меня уже Тана догоняет. Я Лизу вообще не вижу, чуваки. Не вижу, где она, лол. Походу, она вообще очень далеко улетела. Так, да, ну и где, сколько у нее очков? 40 очков. Поздравляю. Не, я даже ничего писать не буду, чуваки реально глупые. Но сразу видно, в Марио Пати чуваки не умеют играть. Здесь нужно таргетить тех, у кого много очков, а не тут мастер. Почему таргетит меня постоянно? Ладно, хочется немного полнуть. Музыкальные вагонетки. Ох, музыкальные вагонетки, хорошо. Ну, в этот режим, где нельзя затаргетить, по идее. Но очень сложно. Если поначалу я сейчас не сяду в вагонетку, то будет этот... А заиграет музыка, отключить музыку, отключить музыку. Фух, музыку отключил. Фух, вовремя отключил музыку, чуваки. А то здесь музыка играет просто лицензионная. Ну, это так сделано. Вот. Когда будет представляться за кликер лобби? Ой, вагонетки, вагонетки, вагонетки. Ну все, я, кажется, уже не успел, чуваки. Я уже не успел. Лиза успела, я не успел. Ну все, чуваки, я в тильте. У меня тильт начался. После этой реплики, где меня просто убило. После той реплики, где меня убило, да, ну, где меня не закинуло. Все, я в тильте. Фух, у меня начался какой-то небольшой тильт, да. Небольшой тильт начался, и это меня напрягает. Потом еще и боу-сплив. Почему мои нелюбимые режимы? Где магмаран? Хочу магмаран. Будет магмаран, там топ-1 возьму стопудово. Вообще на вагонетках тоже. На вагонетках просто самое сложное, то в самом начале сесть в вагонетку. Мне сейчас все упали не около меня. Мне вообще около меня упало 0 вагонеток, они все упали в другой части карты. Но это просто рандом. Вот просто в самом начале, если ты первую волну людей именно откидываешь, то потом вот 4 уже там намного проще сесть в вагонетку. Да, намного-намного проще. Что там, Лиза садится, Лиза садится. Все, ГГ. Она выиграла, по-моему, уже эту катку. Ну, типа, у меня 300 очков, у нее 40, да. А, если она, ну, она сейчас уже стопудово берет топ-3 минимум, потому что их четверо осталось, то есть 2 человека топ-3 возьмут. Вот, ну посмотрим, посмотрим, посмотрим. Давайте посмотрим, кто из чего уже выиграет, кто что возьмет. Ну, видимо, она много играет в этот режим, честно скажу. Хотя все, все, все. Ее, ну, она топ-3 будет, но она все равно два раза будет бросать кубик. Ну, короче, давайте пока объясню насчет кубика. Если ты занимаешь третье место, ты бросаешь кубик от 1 до 3 или от 1 до 4. Если занимаешь второе место, ты кидаешь кубик от 2 до 5 вроде. И если ты занимаешь первое место, ты бросаешь от 3 до 6, либо от 4 до 6. Короче, вот так вот. То есть, чем выше у тебя место, то тем лучше кубик ты бросаешь. Например, за первое место ты вообще не можешь убить меньше 4. А если ты первый кубик выбьешь на 6, то у тебя 6 и 4, получится 10. То есть, она, скорее всего, так и выбила. Вот, то есть, как бы, вот, на вагонеточку, но тут уже не важно, кто из этих чуваков выиграет. Вот, первое место, сейчас за первое, второе место сейчас было. Да, вот видите, злое задрот, Лиза, все равно два раза кубик кидает. Но я не знаю, что с ней делать, ей очень хорошие цифры выпадают. Меня уже тем временем Тана какая-то догоняет, значит, может мне и перегнать. Да, пожалуйста, 6. Пожалуйста, 6, да, отлично, 6, хотя бы так. Хотя бы хоть как-то догонять, хотя бы хоть как-то догонять нужно. Но на второе место я точно не отдам Тане. У нее, блин, еще черные полосы на скине, как можно... Капец, я даже не вижу эту Лизу, но уже вот там, кстати, вот на той вот верхушке, там уже конец, там уже финал. То есть, ну, как знаете, в Марио нужно залезть на башню, да? 48 очков, ну как? У нее... А, ну все, она уже выиграла, чуваки. Она сейчас просто, даже если она не берет топ-1, то ей нужно выбить всего лишь 3 от 1 до 3. О, лазер так. Это что-то типа Quake
Блин, даже магмараны ни разу не было. Ну ладно. Это, короче, что-то типа. Как он называется? На хайпикселе там. Луна не знает пути, но летит. Бам, взорвал их. Но летит к этим звездам. Пум. А что это не умирает? Что это долго очень не умирал? Видимо, здесь есть это. Защита от убийств чуваков, которые это. Нифига, как они быстро летают, эти штуки. Но я взорвал кого-то, кажется. Защита после возрождения. Так, хорошо, чувак упал. Так, там где-то еще чуваки что-то бегают. Откуда стреляет? Так, его убил кто-то. Кто-то сидящий здесь. Я вообще не вижу, где чуваки. Ладно, главное Тану обогнать. Хотя бы в топ-2 выйти в Марио Пати. Хочу в топ-2, понимаете? Хотя бы в топ-2. Блин, карту еще такую странную сделали. Очень темную карту сделали. Карта, конечно, прикольная, но очень темная. Я вообще не вижу, где здесь игроки находятся. Или их просто действительно здесь нет. Ладно, побегу в другое место какое-нибудь. Поищу в другом месте игроков. Я никого не могу найти на карте. Пожалуйста, дайте мне кого-нибудь найти. Хорошо, нашел, убил. Так, тут Тана стоит. Ну, конечно, она бессмертная была после возрождения. Как же ее убить-то? Никак, правильно. Хорошо, ВПшник этого убил поганого. Опа, кто-то стреляет. Откуда? Увижу. Хорошо, убил. Хорошо, ваншотнул. One shot, one kill, just luck, no skill. Так, да, да, так. Мне нужно вон в то окошечко забежать. Хочу в то окошечко, тут он мне стреляет. Это что, Тана? На, здорово, месть, сладкая месть, Тана. Сладкая, сладкая месть. Ой, какой-то парень меня нашел. Тут бегает. Я слышу, кто-то здесь бегает. Это там было неважно. Ах, блин, с бочину меня завалили. Ладно, я на первом месте. Но в этот режим я должен... Квейкрафт он назывался точно. А, я в блоке залагал. Да что ж такое-то? Ладно, первое место занял. Лиза 0-3 все равно. Не, ну все, Лиза 0-3 выиграла. Все, она уже победила. Она молодец. Ей с рандомом везло, но она очень хорошо играла в режиме. Лучше, чем я. Так, пожалуйста, 5. И главное, чтобы меня Тана не обогнала под конец. Но я сейчас что, топ-1 занял, так что я думаю, уже очки получу. 4-5, ну да. Но она не может, честно, если только у нее 1-1 выпадет, если у нее 1-1 выпадет, да. Тогда она может не выиграть, но это вряд ли. Это вряд ли, сколько у нее очков в итоге. 52, все, она победила. 52, она уже должна быть вот там вот. Место второе у меня, к сожалению. Вот. Лиза выиграла, первое место заняла, я второе, и третье место Тана. Тана меня не успела догнать. Че, да, вот так вот, да, вот так вот. Таргетили меня на боу сплифе. Бывает. Ну, чуваки, возможно, даже не знают, как работает Марио Пати. Вот. Ну, я просто... Я на видео записал, как они меня таргетили, а Лизу даже не трогали. Они, возможно, не знают, что нужно смотреть очки. Поэтому, если вы играете в Марио Пати, всегда смотрите, кого лучше убивать в первую очередь. Всегда проверяйте, сколько очков у других игроков. Убивайте тех, кто на первых местах. Если вы их убьете в режимах, где можно убивать игроков, у них всего одна жизнь, да? Блин, к сожалению, не все мини-игры сегодня на Марио Пати сыграли. Как-то очень быстро у нас закончилась игра с вами. Вот. Надеюсь, другие мини-режимы тоже еще покажу. Там еще Магмаран есть и куча других режимчиков прикольных есть. Пока что их у нас очень мало. Всего 15 штук. Но мы хотим их сделать штук 50. У нас есть варианты, что замутить. Вот. Какие микрорежимы туда добавить. Это такие аркады. Можете заходить, играть. Марио Пати вот всегда работает. Пару серверов есть, но вечером там больше людей играет. Сейчас, понятное дело, утро. 7 утра, поэтому онлайн всего 800 человек. Думаю, вечерком по 2-2500 будет. Там будет играть человек 100. То есть, всегда найдете с кем поиграть. Пока что всего одна карта. Это вот единственная фигня, что пока что всего одна карта. Есть небольшие баги. Мы все это пофиксим, починим, и вы сможете спокойненько заходить и играть. Ну, а с вами был Эдемастер. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки.